происходит. Ну, тут такое дело. Пенни. Так же, как Оппенгеймер сожалел о своем вкладе в создание первой атомной бомбы, так и я сожалею о своем участии в том, что было по меньшей мере ошибкой в суждениях. Признаком великого человеческого эксперимента является желание признавать ошибки. И хотя некоторые ошибки, такие как открытие радио мадам Кюри, на самом деле оказались очень полезны, в конце концов она все же умерла медленной и мучительной смертью от облучения. Еще один пример можно взять из области исследования вируса Эболы. Леонард. Да. Все в порядке.